Ту-ту-ту. I know that to a young kid it can seem like cops are racist and bigoted, but you can't believe what the media tells you. Cops are just people, like you, your friends, your family. People who work hard to... Spook! Oh! Tupperware! Damn it, Levinsky, get your ass upstairs! Sir! Всем привет! С вами Вурма, это игра под названием South Park The Fractured Butthole, которую мы продолжаем проходить, остановились на том, что собираемся пойти в полицейский участок ночью, чтобы спасти проститутку и чтобы насолить другой компании, потому что я двойной агент, и короче, пошли. Идем переодеваться и посмотрим, что у нас будет. И вот я в домашней одежде. Уже вот, прямо вот сейчас. Да. Иду кушать. Ох ты ж. I have to drink to deal with you. That marijuana is changing you somehow. О, боже, какая семейка. Marijuana is natural, not like grapes. You're fucking high. Maybe so, but I'm not telling everyone our child's secrets. Опа, опа. Have another drink. Секреты обо мне, да? Надо послушать кучу всего. Привет! Окей. Okay. Давай, мамуль. Пей на здоровье. Рыдать пошла. Так, я покушаю. В смысле, иди в комнату ложись спать? Погодите. Маман, где жрачка? Эй. Don't worry, baby. When I'm dead, the pain will all go away. Еда где, слышь, женщина? Эй! Эй! Без ужина оставили, пацана. Нормально вообще? Я впервые пришел домой ночью и не поел. Так, ну-ка батю послушаем. Батя, расскажи секрет. Ну-ка. Ну да, ну. Что-нибудь новое? Секреты про меня давай. Хватит плюхи жрать. Ладно, пошли спать тогда. Странно. Думал, что-нибудь расскажут, но ничего не рассказали. А, и я хотел в конце прошлой серии вам показать, что у меня тут нового в сундуке. Костюм стримера появился. Замечательно. Я повелитель гардероба. Так, костюмчики. Ой, прошу прощения, будильник у меня заработал. Так, я думаю, может нам переодеться? А то что-то мы сидим тут это... В ассасине все ходим. Хотя я ассасина давно уже не играл, можно так сказать. Может, буду стримером? Типа, моя спецспособность. Я стример. Но это твичевский костюм. Был бы ютубский какой-нибудь костюмчик. Это похоже на ютубский костюм? Нет, не надо. Так, нет. Надо какой-нибудь модный костюм. У нас же теперь 4, сука, класса способностей есть, правильно? Мы должны быть каким-то эпичным тюфяком, чуваком, который... Не может всем рвать жопы. Например, вот так. Так, что еще? Геймпад от Xbox? Или похоже на него? Нет, не катит. Только Sonic, только хардкор. Что тут есть интересного? Крылышки огненные. Костюм Гота, что ли? Как он называется? Мистический. Ну да, костюм Гота. У меня грудь слишком маленькая, чтобы носить такой костюм. Не покатит вообще. Шасси такие еще. А чё? Это непонятно что? Супер. Кто-то там. Колонки, айфоны всякие. Не катит. Костюм хаоса. Мне нравится, кстати. Полосатый такой. О, в моем стиле, кстати. Прям классно. Мне нравится. То, что нужно. Окей. Так, руки. Обычные какие-нибудь перчатки. Вот типа того мне нравится. Так, а перчатки хаоса как выглядят, интересно мне теперь. Перчатки стримера. Один большой палец торчит, да? Вместитель. Буреносец. Тынс. Батарейки привязаны. Нет. Вот такие, без пальцев, прикольно, нравятся. Классно, прикольно. Очки, может, новые появились? Я не знаю, я с чего вдруг решил начать. Во. Каноничные очки мои.
Ну-ка, да, давай. Мы прям, смотри-ка, приоделись прям неплохо тогда. Так, и все. Что? Волосы. Ну, волосы вряд ли тут есть более подходящие. Хотя, честно вам скажу, признаюсь, я сейчас подстригся недавно. То есть у меня волосы уже далеко не вот такие. У меня волосы сейчас примерно... Нет, нет, не настолько. Все плохо. Тут есть волосы подходящие под мои? Люблю персонализацию, кастомизацию. Прям вообще. Нет, тут есть челкан наверх завернутый. Вот примерно так, только еще, чтобы пониже волосы опускались тоже. Еще ниже. Игра, давай, я верю в тебя. Должно же быть что-нибудь подобное, нет? Не, не. Не могу в кастомизацию, да? А, во, кстати. Кстати, во, сойдет, сойдет. Подстригся наш пацан, короче. Внезапно, вдруг он взял, подстригся. Надо будет обновить шапку канала, да? Окей, ладно. А борода есть более ровная, нет? Так и не появилась. Нет, слишком ровная. Это яички, нет. Вот типа такой, чтобы только с усами, чтобы было. Нет пока, да? Ну ладно, тогда так оставляем. Да? Базовый грим. Интересно, особый грим. Вот эти есть, а синяков нет под глазами. Фигово, у меня синяки-то есть. Вот теперь я такой пацан. Нормально, да? Лохматый такой. Ну какой-то кучерявый, слишком мне не нравится. Ой, ну там. Не нравится, мне слишком кучерявый. Короче, верну как было, потому что, типа, проходится-то все в то время, правильно? Я хуй-то хуйню несу, короче, да? Правильно понимаю? Короче, забываем про то, что я говорил про свои волосы, все, поехали. Играем, играем, а то я уже 5 минут несу какую-то херню. 5 минут переодевались. Очень долго, очень долго. Привет, мамуль. О, проснулся наконец, да? А у меня очки новые. Did you put more of that stuff in our child's food? Shut your fucking mouth! How do we know that medicine doesn't have side effects, huh? You know our child needs the medicine as much as I do. You drunken whore! Что происходит? Fucking butthead! How dare you make our child choose sides? You put the medicine in his food, too! I'm not having anyone choose sides! Go on down and eat your supper, champ. Бать, у тебя глаза красные. Я просто очки сменил, в чем дело-то? Я слишком долго пытался подстричься и отращивать тебе волосы? Или чё? Я думаю, чё жрачки нет, это сюжетом регламентировано, хорошо? Чё мне там подсыпают? Ну-ка. Не жри, чувак, не надо. С таблеткой прям сглотнул, смотри. Сейчас опять какие-нибудь гулюны пойдут, да? Чё, а чего он меня лечит? В прошлый раз лекарство было против этого. Не лекарство, а мой эффект был то, что я слишком много друзей получаю у себя в Фейсбуке. А теперь и на Инстаграм куча подписчиков. Ну да ладно. Нам потом расскажут, сюжет-то все раскроет, правильно? Ночь наступила. Пора нам проникать в полицейский участок. Спасибо, я знаю. Ты еще игрушки мои не видел. Погнали. Новый наш костюм супергероя. Попердение священного. Четырехклассового монстра, который может делать все, что захочет. Блять, я на заключенного похож. Это просто полосатая кофта. Мне нравится полосатая вещь. В чем проблема? Ладно, сойдет. Нормально, нормально. Надо волосы отрастить, короче, брат. Окей. Мне нравится такой чё. Так, батя опять дебош устроил. И мамка тоже, я смотрю, да? Так, стоп. Слишком сильный дебош. Но телек работает, телек не разбит, хорошо. Погоди-ка. И на кухне тоже нет? Оу. Оу. Это мамка психанула или батя? Или они подрались, что ли, или чё?
Погоди-ка. В чем проблема? It's about time. You know how hard it is to look mysterious when you're just standing around in some kid's front yard? It's pretty fucking hard. I'm glad you're with us, new kid. It's been tough being the only one on the team with real superpowers. While all the other kids are playing and working on their franchise plans, I'm stuck with the city of people. Тихо, погоди, дай я со зрителем поговорю. With barely any time to work on my pitch for a Mysterio and spin-off movie. Sometimes it feels like a curse having these powers. You know how it is, because you're like me. I'm sure the power of your ass weighs heavy on you. В общем, мой суперкостюм — это костюм заключенного. Что за нахер происходит? По-моему, мы не вовремя играем, да? Мам? Пап? There is no way. No way. That kid is sneaking out tonight. Well, you better hope not. It's fucking crazy out here. Don't like to talk about it, huh? That's okay. I understand. Let's just get to the police station and find the evidence we need. Кей не понимает. О, мужик, привет. Тина, помочь тебе? Не извиняйся, ты мужик же, ну. Давай. Пойдем поищем Тину. No, ma'am. No, please don't. I'll be a good boy, I promise. Please. О, боже. Please don't ground me. I'm sorry. Oh, God. Oh, no. У отца Баттерса вечеринка дома. И поэтому он Баттерса его запирает, потому что у него детская проблема. You проснись, мужик. Господи, что происходит? Да вообще пизда нахуй улетела. Эй, привет. Hey, you kids shouldn't be wandering around. This is adult time. Go to bed. Вы взрослый, что пиздец прям. О, черт. Черт. А я круче могу. Куда побежал? Эй, стой! Сука, что происходит? Ага. Ты ж Кенни, все знают уже давно. Окей. Я двойной агент еще при этом же, да? Once we get inside the police station, Toolshed and the new kid will set up a diversion and then the... Wait a minute. What the fuck? Yeah, come on, guys. We've got to get inside the police station. Ты дебил? What are you assholes doing here? We're here to investigate a hot lead regarding the South Park police. Вы же должны были тайно пройти, нет? What we're doing? Oh, no. No, this is our superhero mission, Freedom Pals. Fuck you guys. Get lost before there's a fight. Fellas, have we all forgotten there's a little girl in trouble, isn't there? Маленькая девочка. Fast pass is right. I suppose that just this once we should put our petty differences aside and work together. All right, Mysterion, what's the plan? I think some of us should cause a diversion. Make the cops head towards it so the rest of us can sneak in without the cops noticing. Good idea. Coon friends will go up the fire escape and cause the diversion, so Freedom Pals can sneak in the front. This is all pretty coincidental. Did you guys just steal our lead again? Innocent people are being arrested, Toolshed. That's all that matters to us. It should be all that matters to you. Okay, Coon friends up the fire escape. Come on, guys. Stand by. We gotta wait for the diversion. Come take a look at this. Что там здесь? Пойдем посмотрим. Oh man, that's strong shit. Из мочи кота, да, делают? Что-то такое. This is sweet. You guys wanna call some hookers? What the fuck was that? Come on, let's check it out. Bring the coke. All right, come on, Butlord. The coast is clear. Butlord? Ну, погнали еще. Я заключенный, мне можно. Oh shit, a criminal! And he's with an innocent child! Code red! Assault on the precinct! Типа... Эй! Какого? А кто невинное дитя? Ты или я? Я преступник, что ли? Окей. Полиция. А, shit. I guess we're dealing with these guys ourselves. Он трахает 3D-шную надувную куклу, хотя при этом он сам 2D-шный. Это странно. Я сюда зайду лучше. О! Смотри, что нашел. Не зря зашел. Я прям удивлен. Хорошая работа по нахождению на ее, пора свой сундук с игрушками, окей. Так. Эй. Чихули ты лыбу дал? Преимущество бою. С щитом и с шокером. Но тут другие все стоят, ладно. Музяка зато какая, смотри-ка, прям ретро. Что такое слабое преимущество, если они потом ходят? Музяка, ты смотри, прям качает, ничего себе.
Класс, мне нравится, музяк. Так, этих троих задеваю, отлично. What kind of supervillain shit is this? Это я могу. Так, еще раз так же тогда еще. Они сейчас все вчетвером отпиздят же, да? Я же зря вперед пошел. Ты офигел? Отступать так. Да не особо на самом деле. Огнемет? Ты дурак что ли? А, это этот, перцовый баллончик. Окей, отхиль меня, пожалуйста. Спасибо, Вандертвик, ты красавчик. Но не снял с меня он это управление. Так, Мистерион, твой черед. Покажи свой покажи свою динамическую ярость. Неплохо. А вот они, кстати. А дерьмо. Там чернокожий пацан. Так. Как вам такое, педики? Да хватит меня стрелять. Тайзером в ребенка, нечестно. Так, ультимативная способность. Я думаю, Мистерона применим ее. Лучше меня не злить. А то яйца отрежу. Да что у них за шокеры такие? Тайзеры долбаные. Так, ты. Меня можно? Хотя мне не нужен, наверное. Молоточек. Во, вот так вот двоих задеваю, одного убиваю. Да? Давай. Гром и молния. Как Майти Тур прям себя ведет. Так, Твику больно. Ой, пробел забыл, не успел нажать. Турель ломает, а, сука. Шокером. Ладно, ладно, электричество против техники нормально работает. Так, мой черед. Еще педики. Сколько у вас там? Одного убиваю. Ой. Ну, я думаю, не буду я использовать двойную скорость сейчас. Отлично. А, черт, шок-то бьет больно. Ой, опять будильник. Скоро на работу мне идти. Но вы об этом не узнаете. Точнее, уже узнали. Я слил свою инфу, да? Но вы не знаете, во сколько я записываю это видео. Минус 2 сразу, нихера он дамажит, а? О май гад! They killed Mysterion! You bastards! Ну погодите, он же сам себя убил. Что за призрак, я не понимаю. Так, турель пока на призарядке. Так. Что, защита? Ох ты, это перестановка. Ничего себе, прикольно. Спасли Твика, смотри сейчас. О, черт. А ты себя сам хилишь? Ой, да что ж они так нажимают? Себя сам ты не хилишь, значит, да? Так, отмена. До меня достанешь? До меня не достанешь. Ты никого не достанешь. Спрячешься за стол, говоришь, стой. Стой, под столом, я хотел сказать, но... Ты не смог. Так, я могу его убить, но я не хочу. Я вот стану куда-нибудь сюда и завершу ход. Что ты делаешь? Ты бессмертный, что ли? Ты можешь делать те же самые атаки? То есть ты наносишь дохера урона ультой? Призрак вызывает обморожение, упадок сил, пугает врага, приводит замешательство. А, у него новые способности появляются. Это честно вообще? Нихера себе. А Кенни-то прям вообще жжет. Черт, не могу теперь встать. Я могу с ними местами поменяться, да?
Давай это вот так сделаем еще. Так, я не достаю. Вот с собой местами поменяюсь. Чтобы до меня не дошел коп, если вдруг что. Неплохо прям, способности прикольные. И щит спасает вообще охеренно. Так, а ты покойник, короче. Мы проверили Кенни, теперь можно его убивать. Нормально. Ну, в смысле, не Кенни, а копа. Победа! Блин, Кенни вообще, смотрю, жжет. Мистерион этот. Че, левелап, что ли? 10-й левел, смотри-ка, а? Самый опасный преступник Южного парка. Ценитель юношеской любви. Уровень героя... В смысле 9-й, погоди? Я только что 10-й взял. Чего вы мне показываете 9-й? Ай, ладно. Так, идем дальше. То есть вот сюда. Привет, рыжий. That's enough. Just stand down, kid. Look, I know why you're here. You're fed up. Because you think all cops do is harass black people. Че? I know that to a young kid it can seem like cops are racist and bigoted, but you can't believe what the media tells you. Cops are just people, like you, your friends, your family. People who work hard to- Spook! Damn it, Levinsky, get your ass upstairs, sir! And turn on the alarm! That fucking asshole shot at me! Get him! This isn't going to get any easier, but those cops need to pay. Я это все смотрел же, да? Я не помню просто. Да, тут я все забрал. Ничего тут больше вроде не вижу нового. Да, тут был у нас тяжкий разговор. Так, ладно. That looks like an override switch. I don't know how to get past that turret, though. А как мне там... Even my temper turret can't take on something like that. Юзать способности, точно. Паузу надо юзнуть. А как ее? Я не помню, как юзать способности, погоди. Стой, стой, какая кнопка-то? Да... Не помню. Не R? На T, на T. Остановить время нужно. Жих. Да, сейчас сделаю, не ссы. Все нормально будет. Я зато сундук очистил. Так, то есть на Т. Остановил время. Да что ж это будильник, ты меня бесит, господи. И нажал на рычаг. Лазер отключен. Окей. Так. Jesus, еще один, да? А тот что? Точки монаха. А куда я вылезу сейчас? А он сломанный, да? Я смотрю. То есть мне нужно в эту штуку попасть. Я не помню, чем там кинуть на кух. А, вот так вот точно. Так, а здесь нужен, по-моему, хомяк. Ага, нашел соответствие, отлично. Привет, Баттерс. Что там батю поролся? Ау. Мерзкая херня. Бедный хомяк. Так, мне теперь обратно. Хорошо, вперед, он сказал. Или типа того. Воу-воу-воу. Полотенчик, ты что, ебанулся? Что с тобой происходит? Закрыто. Ага. Тюрьма. О, мигрант. Token, thank God you're here, son. Не мигрант, окей. О, черт. О, черт. Копы в этот раз сильно постарались, смотрю. Закрыто. Ой. Ой. Надо было поговорить с... Ой. Ау.
Музяк классный, черт, я не могу. Ой. Что это такое? Что он сделал? Запугал законом, что ли, или что? Опять тазер, тазер, неинтересно уже было. Так, Твик. Твика будет выгоднее туда пальнуть. Только вот так. Thunderblow! Сука. My turn right now. Достаю всех. Дважды. Достаю, в смысле, по дальности. А не в том плане, что я всех затрахал уже. Хотя... и то правда. Yes. О, черт. Меня хилить надо. Резко. Да ладно. А хилить теперь нечем, да? Так, ты это убьешь? Не убьешь. Оттолкнешь через себя. Дерьмо. Так-то, если подумать. Этого тоже не убьешь. Они жирные, смотри, прям со щитами со всеми. Так, это убиваешь. Минус, по трупу еще ножку ударил. Так, а ты давай-ка меня спасай. Чё ты вспомнил? Совет мне хотел дать, ну. Не верь властям. Спасибо, очень вовремя. Так, себя спасаем. Полотенчик, давай это, слышишь, ступай отсюда. О, черт, а чё он так далеко ходит? Он меня мог убить сейчас, кстати, если подошёл. Так, а вам жопа, ребят, если что. А, нет, смотри, один выживет. Бабах, Кенни. Привет, дух Кенни. Кенни the Ghost. И убиваем. Ого! А такого мы не видели, кстати. Неплохо. Полиция Саус Парка гомики. Саус Парка мультфильма. Вот. Я очень четко сказал. Мне прям нравится. Угу. Так, что теперь? Okay. I know this looks bad. You really think cops just go around arresting black people for no reason? What purpose could that possibly serve? It's reverse discrimination, that's what it is. If we were all black cops and our jails were filled with white people, nobody would say a word. So I guess you've learned that the real bigots here. Там телефоны написаны какие-то еще, но они закрыты. Куда ты убежал-то опять, ну? Не. Ключ-карта от камеры. Ключевой предмет. Комната допроса. Что у нас здесь? Скотч. Гибкие наручники. Неуязвимый, прошу заметить. И нихера больше нет. Окей. Так, ребят, могу вас выпустить? Hey, you're the one who got me put in here. В смысле за меня? Ты добанулся, что ли? Что-то несешь? Hey, you're that little asshole that got me in here. Да в смысле? Я тут при чем? Я ничего, ничего не сделал. Я еще вас спас пришел. Благодарите меня. Breaking out of jail isn't a crime, right? Да? I'm not sticking around to find out. I smell a class action lawsuit. Supreme Court, here we come. Token, what did I tell you about playing too rough? Он спас вас. I was defending justice. Да. I don't care what you were defending. You could have gotten hurt. Но он не пострадал. He's impervious to pain. Вообще, ему ни одного ХП не снесли. No, почти. That's right. Ладно. Полотенчик, слышишь, что такое-то? Hey, kid, I was just messing around about the government. They're not so bad. They're actually pretty good guys. Oh, man, they're listening to us right now. Just act natural. Oh, shit, they're probably tracking this call. Уже поздно, полотенчик. А мне-то нужно пройти, стой. А как мне подловить момент-то такой? Как подловить момент-то?
Да жесть. Давай, раз. Да что, раз, два, три. Во. Пора душ теперь? Да, я красавчик. Видал? Решаю головоломки. Собираю всякую херню, которая нахер не нужна. Отлично. Так. Мастер-охотник за артефактами. А это там же надо было делать, туда пройти? Или как? Как-то пройти? А что? Да пошел ты в жопу, слышь, you're dead. А, хрен пройдешь, короче, я понял, да. Вообще никак не пройдешь. Ой, не ту кнопку нажал. Не ту кнопочку нажал. Я надеюсь, сохранение здесь прошло или нет? Пожалуйста, сохранение, пройди, пожалуйста. Давай, 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 игра. Нажал на escape случайно вместо кнопки F. Не сохранилась эта херня. Окей, я вроде бы могу теперь escape. Нет, не могу. Да. Так идеально было все сделано. Взял, все просрал, правильно? Правильно. Да, я не подходил к ней, ну! Дверь смерти, сука, долбаная. Так, спокойно, еще раз. Во, идеальнейший. Камера совместная в итоге или что? Быстро. Камера-то не совместная, смотрю. А как я туда попаду? Как мне туда попасть? Я еще зря время терял, что ли, из-за всего этого? Вы что? Там какой-то сундук есть, но я не знаю, как его подобрать. Ну, раз не знаю, то не знаю. Все, короче. Не. Вообще никогда. Вообще никогда. Может, потом смогу отключить вообще это все нахер. Ладно, погнали дальше. Не, очень долго. Там надо бочку подвинуть, короче, вот сюда ее поставить. Понятно. И там, скорее всего, будет рыжий босс. Окей. Так, ребят. Эта серия будет покороче, чем предыдущая. Сорян, мне пора уже уходить на работку, к сожалению. Так вот случается, личная жизнь, все такое. Короче, продолжим следующей серии. Следующая серия будет, соответственно, завтра. А всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Ставьте лайки, я уже говорил, еще раз скажу, ставьте лайки. И подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видосы, информацию о стримах, о расписании, о канале и все такое прочее. Вот, стримы тоже будут, про колокольчик я, наверное, уже сказал или нет, я не помню. Ну, вы, короче, все знаете, что делать, что вам рассказывать, короче. В общем, всем удачи, ребят, всем пока, до завтра.